Президент Владимир Путин открыл в Севастополе детский центр «Корсунь» и школу искусств, построенные в рамках создания историко-археологического парка «Херсонес-Таврический». Изначально планировалось, что глава государства примет участие в открытии новых объектов по видеосвязи. Однако в день 9-й годовщины возвращения Крыма и Севастополя в Россию президент лично приехал в город-герой. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с митрополитом Тихоном Шевкуновым провели для Владимира Путина экскурсию по объектам нового Херсонеса. Здесь велись раскопки на 81 тысячи квадратных метров. Нигде в истории и никогда не было, чтобы в одном месте велись такие раскопки. Но в советский период не было. Ни в советский, ни до советский, ни в мире, ни в России, ни в мире не было такого объема археологических раскопок. Найдено более 3 миллионов артефактов, уникальных. Но это дело тоже, конечно, вместе с музейщиками. Конечно. Да. С институтом, Санкт-Петербургский институт, они работали здесь 2 года. Надо, чтобы все осуществилось, благодарность сказать, «Газпромнефти» и «Транснефти», чтобы они дальше поддерживали. Неожиданный визит президента удивил губернатора Севастополя. В своих социальных сетях он написал: «Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал сам за рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и с севастопольцами. У нашей страны невероятный лидер», – подчеркнул Михаил Развожаев.